27 юных жителей Приморского района шагнули во взрослую жизнь. На проспекте Королева школьники получили первые паспорта. Уже можно иметь счет в банке и работать, но пока что нельзя жениться или выходить замуж. Вместе со списком прав ребята обсуждают и обязанности. Многие в свои 14 уже знают, в какие вузы будут подавать документы. Так что для школьников это не просто паспорт, а буквально путевка в жизнь, дающая почти бесконечные возможности. Мне это очень важный день, так как теперь я стал полноправным гражданином России. Теперь у меня больше ответственности, но больше прав. Главный документ ребятам вручили начальник центральных офицерских курсов генерал-майор Николай Данько и заместитель начальника районного УМВД Ольга Романцова. В Приморском районе вручение паспортов – давняя традиция. Такие торжественные церемонии устраивают несколько раз в год.